Доброго времени суток, дорогие телезрители. С вами Бариандер. Сейчас будет агрообзор картошки. Сейчас я вам продемонстрирую картофель, который выкопал. В общем, вот это вот. Это сорт, я назвал Донна Роза. Назвал его так, потому что он от тети Розы. И как он на самом деле называется, хрен его знает. Урожай хороший, мелкой почти нет. Крупных экземпляров, особо крупных, довольно много. А вот сейчас мы посмотрим на сорт Горбачева. Горбачев, потому что пятнистый, как Горбачев. Хрень полная. Крупной картошки почти нет. Одна мелочь. С полсотки, не знаю, ведра 3 от силы. В общем, делайте выводы. Ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.